Нурсултан Назарбаев – один из самых важных мировых политиков, который на протяжении долгого времени продвигает идею создания всеобщего безъядерного мира и сохранения глобальной безопасности без международного терроризма и экстремизма. Об этом в Брюсселе в интервью нашему телеканалу заявил руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики Штефан Майстер. Эксперт подчеркнул, что, выступая на юбилейной Генассамблее ООН в Нью-Йорке, президент Казахстана послал миру несколько важных сигналов. Один из них – необходимость глобализации решения экономических проблем и довольно смелое и неожиданное предложение о перемещении штаб-квартиры ООН в Азию. При этом неважно, в какой из азиатских стран может расположиться главный офис организации. Главное, что это принесет общую пользу для мира, отметил немецкий политик. Азия играет огромную роль в современном развитии мира, и я думаю, что это очень хорошая идея. Это будет способствовать тому, что в будущем Азия сыграет огромную роль в принятии важных решений в ООН и в обеспечении безопасности во всем мире. Мы видим, что экономический кризис только нарастает, и существующие инструменты по его преодолению уже не отвечают многим современным вызовам. Поэтому к их решению нужно подключать новые регионы и страны, в том числе и азиатские. И идея казахстанского президента об объединении усилий в этой сфере также очень важна и своевременна.